Как не надо играть на укулеле? Все просто. Не нужно стирать пальцы до крови. Спешить и нервничать. Откладывать, думая, что оно как-то само собой все получится. Гнобить себя, не добиваясь сразу замечательных результатов. В общем-то, не нужно делать все, что делаю я. Не советую, не рекомендую делать так же. Советую уберечь себя, своих близких и свои пальцы. Если вы хотите играть на укулеле, они вам еще понадобятся.